Никто не может объяснить, почему вы живы. Никто не может спасти вас, кроме вас самих. Вы должны вложить разум в то, чего вы желаете добиться. Если вы верите во что-то, то вы можете добиться этого. Это не значит, что каждый должен быть рэпером. Это не значит, что каждый должен быть художником или артистом. Ваше искусство может быть в ваших эмоциях, ваше искусство может быть в вашем разуме. Вы можете быть врачом, и это может быть видом искусства. Вы можете быть терапевтом, и это может быть видом искусства. И это то, как вы выражаете это. Вы поняли? Выражение — это как вы относитесь к этим вещам. Даже отношения и дружба могут быть видами искусства, и это вид разума. Цель. Только вы ставите себе цели. Пытаться всегда произвести впечатление на других – это так не работает. С миллионами-миллионами людей, которые поддерживают семьей, фанатами. Поверьте мне, некоторые ублюдки пишут мне, и они ужасно разочарованы из-за некоторых моих решений. Ужасно расстроены из-за музыки, и я стараюсь изо всех сил принимать это как должное. Понимаете? Всегда. В жопу это. Сделайте себя счастливыми. Если что-то делает вас счастливыми, следуйте за этим. Не будьте сильно идущими напролом. Не выворачивайте мои слова наизнанку. И не делайте их негативными. Я хочу, чтобы каждый, кто следует за мной и поддерживает меня, убедился в том, что он пребывает в здоровом состоянии ума, заботится и идет на уступки тем, кого он любит. Что он верен тому, кого он любит. Не говорите, что вы любите меня, если после этого идете бить какого-то ублюдка, предаете ваших людей. Если вы любите кого-то, вы должны быть посвящены ему. Я не вступаю в отношения просто потому, что я не хочу обещать кому-либо что-то и потом не сдерживать своих обещаний. Я был в ситуациях, когда я говорил с людьми и говорил им: «Йоу, я не хочу быть вовлечен во что-либо с одной женщиной, потому что когда я отдаюсь кому-то, и он расстраивает меня и заставляет меня чувствовать себя ужасно, это разбивает мое сердце. Поэтому я не хочу». Я не знаю, мужик, это тяжело объяснить. Я не хочу оставить вас без каких-либо ответов, ребята, поэтому я перейду к следующему. Цели. Никто не может создать вам цель, никто не может сказать вам, кем вы должны быть. Нет такой вещи. Ой, извините, нету такой вещи. Так что вы должны поставить себе свою собственную цель. Для развития вы должны развиваться по направлению к этой цели. Жить становится легче, когда у вас есть цели, которые нужно выполнить, понимаете? Если у вас есть цели, которые нужно выполнить, то понимаете, почему каждый день вы смотрите на этого человека в зеркале? Потому что это крутая вещь в игре. Вы можете быть кем вы захотите. Примите это, пожалуйста. Я надеюсь, эти несколько слов мотивировали вас. Я прошу прощения, если я не внес какую-либо ясность. Как я и сказал, я импровизировал. Я просто хотел поговорить с вами, ребята. И я извиняюсь за то, что я был так отдален. Я был в паранойе, мне была нужна помощь, и я получал идеальную помощь, которую я реально хотел. Так что... Озвучил канал Тимур Финн.